Привет, друзья! Вы на канале DenBest, и сегодня у меня очень интересное, вкусное, классное блюдо. Смотрим, в общем, поехали. Значит, приготовим вкусную заправку. Здесь у меня 350 грамм 20% сметаны. Немного разбавил водичкой. Солю по вкусу. Черный молотый перчик. Приправа хмели-сунели, пол чайной ложечки. Свежий укропчик. Перемешиваю. Значит, здесь у меня 400 грамм замороженных вареников с печенью и сердцем. В принципе, можно брать любые, с картошкой, с капустой, с мясом. Взял вот такую форму для запекания. Высыпаем. Заранее сделал зажарочку, лук с морковкой. Прожарил так. Вот так вот, до такого вот красивого цвета. В общем, высыпаем. Разравниваем. Заливаю сметаной. Отправляю в разогретую духовку 180-200 градусов на минут 25-30. Вот такая вот, друзья, красота получается. Теперь сверху сыр. Отправляем обратно в духовку и ждем, чтобы сыр расплавился. Ну вот и все, готово. Вот такая вот красотень. Вот так вот разрежем. Вот такая вот, друзья, прелесть. Еще горячая надо, чтобы постояла немного. Вот такая вот красота. Это очень вкусно. Обязательно попробуйте. Вареники полностью готовы. Мягенькие. Вот внутри. В общем, это классно. На этом, друзья, все. Всем спасибо, кто смотрел. Обязательно подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем приятного. До новых встреч. Пока.